Всем привет, дорогие зрители! По дороге не удержались и заруфили мостик. Недалеко от центра Москвы, но совсем недалеко. Мостик железнодорожный, путепровод Павелецкого направления, достаточно высокий. Ну вот, под нами сейчас ориентировочно около 25-30 метров. Над железнодорожным полотном и проезжая часть. А там сверкает Варшавка огнями. Знаменитый дом-корабль. Пути в сторону Павелецкого вокзала. Навстречу нам едет электричка. Мостом через Москва-реку в районе ЗИЛа. Отсюда отлично видно административное здание ЗИЛа. Правда, к сожалению, сейчас их знаменитый логотип не подсвечивается. А мы спускаемся вниз. Хорошо видно, как соединяются конструкции мостов между путепроводов между двумя железнодорожными полотнами. И вдаль уходят железнодорожные пути. А вот так этот мост выглядит уже со стороны улицы. Достаточно красивый мост. Ну и на этом всем пока, уважаемые зрители. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем пока-пока.